Вы да. будете получать там... 80 тысяч. Мама, папа помогают. Спасибо вам, Оксана. Зовите своих друзей и вам успехов. Друзья, всем привет. Меня зовут Оксана. У нас сегодня наш клиент. Скажите, как вас зовут? Меня зовут Дурумбек. Дурумбек. А сколько вам лет? 19. 19 лет. Очень хорошо. Такой хороший возраст, когда можно начать и прям достичь высот. Да. Из Киргизии приехали? Да. С мамой, с папой или вы сами приехали? Я только один я приехал. А, вы один сюда приехали? Да, да. Вы здесь 2 года, да. А сколько получаете вот денег, сколько на... Ну вот вы же работаете? Да, да, да. А сколько получаете? 40-50. 40-50 тысяч. А вы знаете, что в Польше вот, на работу, в которую вы едете, да. вы да. будете получать там... 80. 80 тысяч, да, да, правильно. И там можно будет больше получать? Да, да, больше. А вы на какую вакансию вот, едете в Польшу? Кто вы там будете? Кем будете работать? Ну, вы здесь сварщиком же работаете? Да, да, здесь сварщиком. А там? Тоже? Тоже там люди тоже сварщики. Тоже будете сварщиком? Да, да. Ну, работу знаете сами. Да, да, работу вообще знаю. Отлично. Друзья, кстати, у нас есть вакансии. Сварщик вообще это очень перспективная должность в Польше, потому что строится очень много зданий новых. Поэтому обращайтесь, пишите нам на WhatsApp, мы с удовольствием поможем вам. А скажите еще, пожалуйста, а вы вот будете зарабатывать, ну, есть у вас какие-то планы, вы деньги вам зачем нужны? Там где деньги, я, мама, папа помогают. А, вы будете домой отправлять деньги? Да, да, домой. Хорошо, отправлять. Замечательно, вы большой молодец. Скажите, а вы на визу в каком городе подавались? Астана. В Астане. А сколько ждали времени, вот, чтобы получить визу? Две недели. Да. Ну, вообще отлично. Так, вот ваша виза, пожалуйста, на год работы в Польше. Спасибо вам, Оксана. Вы рады? Да, да. Мы тоже очень рады, что мы помогли вам. Еще раз. Я желаю вам успехов, я желаю вам удачи, чтобы у вас все получилось. У вас виза на год, вы сможете потом, если вы захотите остаться, вы сможете там ее продлить сами уже. Поэтому учите польский, зовите своих друзей и вам успехов.